Добрый день. Какой чудесный осенний день. Хотите, чтобы я прочитал вам стихи? Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет и тленью лежит. И славен буду я, такой в подлунном мире, жив будет хоть один бит. Si chiama Pushkin, come il celebre poeta, saggista e drammaturgo russo. È un robot che canta e recita le poesie ai bambini. Presentato a Mosca durante il convegno sull'innovazione sociale, è stato sviluppato da Neurobotics, azienda che produce in serie robot antropomorfi. Добрый день. Какой чудесный осенний день. Хотите, чтобы я прочитал вам стихи? Я вас люблю, хоть я пишусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей.